Начать день с активных игр, да еще и с супергероями – мечта любого ребенка. Несмотря на дождь, маленькие жители кварталов Дружный, Лазурный и 2000 вместе с родителями приняли участие в большом празднике в честь Дня защиты детей, организованном компанией «Жилищная инициатива». Повеселиться с ростовыми куклами, побороться за приз в конкурсе рисунков, загримироваться в яркую зверушку или полакомиться стаканчиком любимого лимонада. И все это, не выходя из двора. Очень хорошо, очень позитивно, значит, вдохновляет. Вообще классно. Тут весело. Тут веселье, еда, развлечения, конкурсы и все остальное постоянно проводится. На самом деле очень нравится данного рода мероприятие, потому что на самом деле праздник для детей, для квартала, да, как бы ребятишки, в частности, и знакомятся здесь, и родители знакомятся здесь. Поэтому я считаю, это очень важно. Представители интересные, все время разные. Ну, вот супергерои, дети всегда веселятся, нравится им. Жилищный институт молодец, всегда проводит праздники. Праздники – дополнительный и уже традиционный бонус к комфортным условиям проживания в кварталах от компании «Жилищная инициатива», где рядом близкие и вся необходимая инфраструктура.